Монастырь был основан в начале 17 века. К этому периоду старый архив, вот город средневековый, центр ремесел, культуры и торговли прекратил свое существование, потому что торговые пути, которые пролегали здесь в 15-16 веках, поменяли свое направление, и вот сюда больше не приезжали ни купцы, ни ремесленники. Торговля пришла в упадок, и все жители города покинули его к концу 16-го, начало 17 века. И вот, когда город практически уже был полностью разрушен, здесь впервые появляются монахи-сихастры, это отшельники, которые находились в поиске вот подходящего места для того, чтобы основать скальный монастырь. И вот они нашли вот эту первую пещеру. У нас здесь 6 пещерных комплексов. И первый пещерный комплекс называется Бутученский пещерный комплекс, Бутученская пещера в честь села Бутучены, которая у нас находится с южной стороны холма. И Бутученский холм, это тоже холм, назван в честь деревни Бутучены. Он имеет длину 2 километра, а в ширину 1 километр. Вот они облюбовали эту пещеру в начале 17 века и начали здесь жить.